размещение та эксплуатация объектов дорожного сервиса, то есть для размещения электрозаправочного комплекса и с размещением пункта приема ГИШ по проспекту Нахимова 105Б в центральном районе места приватному предприемству фирма «Карат». Запитание. Мы видим, что тенденция развития электротранспорта в Украине уже становится определенным трендом, поэтому нас инициативой на свободном участке установить такой приличный заправочный комплекс электромобилей, где будут стоять просто розетки, заправочные эти колонки электрические, где можно будет зарядить автомобиль и продолжить свое движение. Уже по статистике у нас порядка 100 автомобилей электрических, электромобилей, которые на рынке, и эту инфраструктуру нужно также развивать. Это вот пересечение Казанцева. Там еще стоят вместо него как раз проведется порядок этот Пятачок. Как раз центр города, как раз развязка хорошая. Можно будет получить качественную, хорошую услугу по заправке электричества. Еще вопросы есть? Ставлю вопрос на голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. Прошу опустить против. Вот этот вот Санхайцик. Да. Упаковать все в современный архетип, который будет зайдет в город, как говорится, и у города же есть там свои, говорится, пожелания, там стекла в пол, все это дело. Угу. А там будет электрозаправка с залом ожидания. Угу. И ни в коем случае кофейный бизнес оттуда не уйдет. Кофейный бизнес там будет продолжаться. Но будет продолжаться уже в современном формате.